Становись! Равняйся! Смирно! Равнение на середину! Товарищ заместитель главы администрации Матвея Куранского района, команды школы района для проведения военно-зимней эстафеты, посвященной Дню призывника, построен. Главный для соревнований Толкунов. С приветственным словом к участникам соревнований обратились заместитель администрации района Сергей Голубов и председатель общественной организации ветеранов боевых действий Виталий Ташпулатов. По поручению главы администрации разрешите пожелать вам в этот день успехов. Самые-самые такие трудности преодолеть и, самое главное, без травм. Дорогие ребята, всем здравствуйте. Хочется пожелать вам сегодня, в этот день, как уже традиция, здоровья всем, чтобы все вы вышли победителями. Вот. Главное, чтобы с неба не покапало, не испортило нам. Удачи вам всем! Цель военного многоборья – улучшение работы по военно-патриотическому воспитанию молодежи, формирование качеств, необходимых при действиях в чрезвычайных ситуациях и в экстремальных условиях, проверка уровня знаний, умений и навыков по ОБЖ, основам военной службы, прикладной физической подготовки. Побежал. В соревнованиях приняли участие 18 команд из 17 общеобразовательных учреждений. Проходили состязания по двум направлениям. Юноши проходили военное многоборье. Девушки демонстрировали свои навыки в медицинской подготовке. Все команды показали хороший результат. Лучшей сандружиной признана команда девушек Анастасиевской школы. По военному многоборью в общекомандном зачете во второй подгруппе на первом месте Кульбаковская школа. В первой подгруппе победу одержала команда 11 класса Матвеева-Курганской школы номер 1.